Привет, друзья! Меня зовут Владислав, я шеф-повар компании доставки растительной еды Healthy Conscious. Сегодня на кухне Raw Meat мы готовим блюдо номер 2 – крем-суп морковной карри. В этот осенний день особенно холодно, поэтому в этот замечательный день мы решили приготовить морковный карри. Нам нужны маленькое количество компонентов. Все, что нужно подготовить заранее, это купить специи карри. Они бывают разные, поэтому добавляйте их по вкусу совсем по чуть-чуть. Итак, давайте перечислим, что нам понадобится. Итак, начнем. Первый компонент и самое главное – это морковь. Нам потребуется всего лишь одна штука. Далее – это яблоко. В прошлом мастер-классе я уже говорил, зачем нам нужно. Посмотрите его по ссылке. Яблоко нам нужно 1/3. Немного воды, морская соль. Карри, кокосовое молоко и украшение. Это может быть зелень или, как у нас, это микрозелень. В первую очередь это почистить морковь. Далее нам понадобится 1/3 яблока. Если есть косточки, обязательно их удалите. Далее мелко нарежем. Чем меньше мы нарежем морковь, тем легче блендер возьмет этот корнеплод и лучше перемолет до кремообразного состояния. С яблоком нужно сделать такие же действия, как и с морковью. Мелко нарезать. Готово. Перемещаем все это в блендер. Наконец-то суп готов. Все, что остается сделать, это перелить его в тарелку, украсить по своему вкусу и насладиться этим прекрасным, пикантным и острым вкусом. Итак, в прошлый раз мы снимали видео тыквенный крем-суп, и я украшал амарантом. В этот раз я сделал то же самое. Возьмем броски и сделаем как бы кольцо, то есть закрутим их. В прошлый раз я украшал микрозеленью зеленым горошком, а в этот раз микрозеленью редисом. Собираем дайкон и вкладываем в кольцо амарант. Наше блюдо готово, а вам я желаю приятного аппетита!